Всем привет! Сегодня я расскажу, как приготовить очень вкусно булгур. А пока подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Итак, для приготовления булгура нам понадобится свежая брокколи. Можно, конечно же, взять и замороженную. Но вот такого качанчика достаточно. Свежий картофель, конечно же, не целая сетка, а всего пару картофелин. Также понадобится вот такая большая морковочка, очень красивая, толстенькая и сочная. И еще понадобится пучок зелени. У меня это укроп и вот такой вот огроменный, сочный, вкусный шпинат. Ну и, собственно, булгур, конечно же. Выбирайте хорошего качества, так как от качества булгура будет также зависеть и вкус приготовленного блюда. Итак, давайте же смотреть, как это готовится. Для начала очищаем все овощи. И морковь я натираю на крупной терке. Далее брокколи разделяю на соцветия. Также пойдет и вот этот небольшой кусочек кочерыжки. Картофель нарезаю кубиками. И я буду готовить плов из булгура в мультиварке. Но также можно приготовить в толстодонной сковородке и в толстодонной кастрюле либо казане. Разогреваю масло, засыпаю свои любимые специи. Слегка обжариваю овощи. Тем временем, пока они слегка обжариваются, я нарезаю шпинат и укроп. У меня очень свежая зелень, поэтому я также нарезаю и, как видите, палочки, потому что они очень сочные. И зелень добавлять я буду уже в самом-самом конце, когда выключу булгур. Итак, булгур нам необходимо обжарить в масле, разогретом на сковородке, буквально минутку-две. Вот мы его как бы обжариваем. И далее я всыпаю его в мультиварку, добавляю соль и хорошенько перемешиваю вместе со всеми овощами. Заливаю это горячей водой. Еще раз перемешиваю. То есть, как вы видите, воды должно быть немного, чтобы у нас получился рассыпчатый плов. И далее выставляю программу плов. Стандартная программа 20 минут, но это очень много. Это прям для целой кастрюлищи. Поскольку у меня немного, то я выставляю всего на 10 минут. Когда булгур готов, вы только посмотрите, какой он классный. Зернышко к зернышку, рассыпчатый, никакой слипшейся каши. Это просто обалденное блюдо. Вы просто обязаны это попробовать. К тому же, он еще и очень и очень полезный. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, поделитесь этим видео с друзьями, это помогает продвижению канала. И обязательно приготовьте это блюдо. Попробуйте, это очень-очень вкусно. Ну и напоследок я хочу вам показать, что у меня было на обед еще вместе с этим булгуром. Также белорусский холодник, запеченные тыквы и кабачки с сыром и вот такой вот цельнозерновый хлебушек без дрожжей. Очень и очень вкусный и сытный, сбалансированный обед. Ну что ж, до встречи, друзья!